В среду, 1 марта, глава республики Александр Захарченко провел встречу с активом коллектива электросталеплавильного цеха Юзовского металлургического завода, на которой рабочие смогли узнать у главы государства о дальнейших перспективах работы городообразующего предприятия. По словам самого Александра Захарченко, рабочие с позитивом и воодушевлением встретили известие о переводе предприятия под юрисдикцию республики и сказали, что давно пора было это сделать. Также он отметил, что никто из бывших собственников данных предприятий на контакт с ДНР не вышел и никаких обращений и предложений от них не поступало. Кроме того, глава подтвердил, что вся процедура перевода предприятий проходит строго в международном правовом поле и юридически верна. Также он дал общую оценку состоянию промышленных объектов. Вы знаете, даже судя по этому заводу, бывшие собственники вообще абсолютно не хотели заниматься этим предприятием. И, к сожалению, как показала практика, основная задача бизнеса – максимально урвать деньги, а не думать о людях. Поэтому меняем и подходы к управлению, меняем и задачи, которые ставятся перед руководством этих предприятий. Основная задача – это развитие предприятий, дабы развивалась страна и народ получал те деньги, которые заработал. Подготовка к запуску ЮМЗ идет ускоренными темпами. Готов к началу работы копровый цех. Коллектив цеха самостоятельно отремонтировал 9 электромостовых кранов, пресс-ножницы и погрузочную машину. Масштабные восстановительные работы ведутся в электросталеплавильном цехе. Производится ремонт иностранного оборудования, итальянских электросталеплавильных агрегатов. Как сказал начальник СПЦ Владислав Сыроватский, сейчас на восстановительных работах задействовано до 200 рабочих. Наш завод будет производить сортовую продукцию, квадратная заготовка, на данном этапе 125-130 квадрат, сталь 3-5. А насколько она востребована, эта продукция? В нашей республике и на мировом рынке это востребованный металл. Я здесь раньше уже работал, позвонили, вернулся сразу. Большим удовольствием, когда позвонили сразу. Что-то их заработает, да? Да, конечно, будут восстанавливать все. Народ отнесся вообще к тому, что завод перешел под юрисдикцию республики? Хорошо. Рабочие места есть, все хорошо, все люди работают. Так-то здесь ничего вообще не было. Естественно, я же говорю, позвонили, людям начали обзванивать всех. Все сразу вернулись с удовольствием, потому что работа это хорошо, рабочие места хорошо, зарплата. Планируется, что подготовка на предприятии продлится до конца апреля, и уже во втором квартале 2017 года промышленный гигант начнет свою работу. Сырье и уголь будет поставляться республиканскими производителями. Часть готовой продукции будет оставаться в стране, часть отправляться в Российскую Федерацию и в дальнее зарубежье. В течение квартала после запуска предприятие будет производить до 40 тысяч тонн стали в месяц, применяя при этом уникальную, экологически чистую технологию выплавки и непрерывной разливки стали. Юзовский металлургический завод – огромное городообразующее предприятие, становится под юрисдикцию республики. А это значит, что тысячи и тысячи жителей ДНР смогут получить высокооплачиваемую работу. Дмитрий Зинковский, Елена Чистякова, специально для Новороссия ТВ.